Дорогие земляки, примите самое искреннее поздравление с древним и светлым праздником Шага, с наступлением Нового года по лунному календарю. Эта наша традиция корнями уходит вглубь веков, культурным и историческим истоком тувинского народа. Однако и в наши дни, сохранив яркую самобытность и национальный колорит, Шага превратился в событие интернациональное, красивый и добрый обычай, сплачивающий всех нас, проживающих здесь, в Туве, помогающий им понимать друг друга и бережно хранить дружбу и согласие. И это вполне естественно. В культуре любого народа Новый год всегда символизировал обновление природы, а с ней и человека. Поэтому смыслы, заложенные в Шага, тоже понятны и близки каждому народу. Независимо от национальности, веры, гражданства, возраста и иных различий, любить родину, чтить старших, беречь семью, сохранить чистоту помыслов, творить добро, быть честным во всем – это те общие для всех народов нравственные основы, на которых держится и держался мир, которые остаются неизменно от шага к шага из века в век. Пусть наступивший год желтой земляной собаки будет лучше, чем год ушедший, позволит нам всем добиться самых высоких целей, реализовать самые смелые замыслы и осуществить то, о чем мечталось. Тепла, уюта и понимания в ваших домах и семьях. Мира и благоденствия вам, дорогие земляки. С праздником! Шагабле!